На пустыре в Краснореченском переулке обнаружен труп 46-летней хабаровчанки, погибшей при неясных обстоятельствах. Женщина лежала во враге без верхней одежды, на лице у нее имелись следы побоев. Тело в заросшей кустами балки случайно обнаружил местный житель и рассказал об этом бывшему сожителю, ныне покойный, когда встретил того на улице. Мужчина, с которым хабаровчанка прожила в неофициальном браке 20 лет и родила ему ребенка, сначала не понял, о чем речь. А там твоя, говорит, бывшая супруга, говорит, на поляне, говорит, синяя лежит. Я у него спрашиваю, что, пьяная, что ли? Он говорит, нет, говорит, это самое, синяя это самое. Я у него спрашиваю, ну как синяя? Не могу этого понять. Ну, говорит, все, якобы мертвая. Она ушла 2 месяца назад из дома, вела моральный образ жизни. С женщиной хабаровчанин расстался из-за ее тяги к спиртному и отказу вернуться к нормальному поведению. Виделся он с ней довольно редко. Последний раз пара общалась на прошлой неделе. Злоупотреблять спиртным горожанка начала 4 года назад, когда связалась с сомнительной компанией. Женщина часто не ночевала дома и доставляла много хлопот близким. В итоге она оказалась в своем частном доме в индустриальном поселке, но продолжала ходить в этот район. Здесь у нее имелись постоянные собутыльники. 13-летнего сына мужчина забрал жить к себе, чтобы подросток не наблюдал асоциальное поведение матери. Причина смерти женщины не очевидна. Ножевых ранений или следов удушения на теле нет. Однако оперативников смущают синяки на лице покойной. Вызывает вопросы и место обнаружения тела. За этим безлюдным пустырем начинается бывший золоотвал. Женщине просто незачем было сюда приходить. Полиция ведет проверку и ждет заключения эксперта о причине смерти хабаровчанки. С места происшествия Анастасия Манина и Андрей Алферов.